Штурм Тигр – главный приз марафона в честь десятилетия этой игры. Господи, прости, Майнкрафт, 10 лет в этой игре. Самоходка представляет из себя тигр, которому присобачили 150-миллиметровую рубку, туда огромную 380-миллиметровую дылду и сказали ломать мортиры и доты, как в средневековье ломали замки. Подвижность немного хуже тигровой, все же масса возросла. По броне самое уязвимое место – это, понятное дело, пушка. Если залетит внутрь, то и снаряд может взорваться, и все, привет, ангар. Но по личным ощущениям можно и пережить попадание. Что меня особенно удивило, улитки вообще не парились, и огромную дырку под прицел в броне не замоделили. Ну спасибо и на этом. Снаряды – это фугасные ракеты со скоростью полета 250 метров в секунду и 125 килограммов взрывчатки. Интересно, зачем я это вам говорю, вы это уже раз 10 слышали от других блогеров. Прямое попадание с 99% вероятностью убивает. Если у танка противника слабая броня, то попадания рядом будет тоже достаточно. Из-за баллистики я накидывал снаряды за километр над всеми подстройками на карте и убивал противников. Это было нереально весело, спасибо улитке за такой подарок. И да, играл я аркаду, потому что я все же хочу повеселиться в 3 часа ночи, когда записываю вам материалы обзор, а не превозмогать. Теперь ждем Голиаф в следующем патче в игру.